До 29 февраля в Самаре и регионе ведется прием заявок на следующий конкурсный отбор общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области. Губернаторский проект «Содействие». На минувшей неделе из 95 социально значимых инициатив населения региона конкурсная комиссия одобрила 21 инициативу, поступившую от жителей Самары. Проекты будут воплощены в жизнь в текущем году. Проект «Содействие» направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было предоставлено 2401 общественная инициатива. Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Активные жители Октябрьского района уже воспользовались такой возможностью. Важной проблемой жильцов домов 24-28 по улице Гагарина является парковка автомобилей на придомовой территории. Автовладельцам катастрофически не хватает места, поэтому жители решили участвовать в губернаторском проекте «Содействие». В случае реализации проекта проезжая часть станет свободнее, уменьшится время самого процесса парковки и улучшится взаимоотношения жильцов домов, сообщает телеграм-канал Октябрьского района Самары. 15 января отмечается День образования Следственного комитета России. Соответствующий закон вступил в силу в 2011 году. В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы. Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии – предварительное расследование и судебное разбирательство. Телеграм-канал Красноглинского района поздравляет сотрудников и ветеранов Следственного комитета. Выражает благодарность за службу и преданность своему делу.